Дорогие друзья, уважаемые зрители, давайте поддержим боксеров аплодисментами! Они им необходимы! Международный день бокса с размахом отпраздновали на Лазутенке. Фонд поддержки участников боевых действий и специальных операций «Вымпел» совместно с областной федерацией бокса представили уникальный турнир, который проходит в 3 этапа в 5 городах Подмосковья. Мы решили совместно организовать кубок фонда «Вымпел» и провести его вот в таком формате. Именно формат подразумевает уличный, чтобы, как говорится, задача вынести спорт, вынести бокс к народу, а не заводить его в душные помещения. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха стартовал первый этап турнира. Здесь борются за кубок подмосковные спортсмены западного и восточного направлений. Сегодня боксируют взрослые, в возрасте 19 до 40 летние. Ребята очень опытные, кандидаты мастера спорта и мастера спорта боксируют. А завтра с 9 утра начинаются бои для новичков, для детей и для всех желающих. Такой масштабный турнир проходит впервые. Поддержать спортсменов приехал знаменитый боксер, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, полковник Александр Лебзяк. Спасибо огромное за приглашение. На самом деле, огромное спасибо фонду «Вымпел». Любые спортивные состязания, они всегда участвуют. Спасибо им огромное. И наших ветеранов, кто участвует в боевых действиях. Все спарринги получились яркими и красивыми. А в перерывах между боями для гостей пела группа «Team Big Family». В нашей стране День бокса отмечают уже в 5-й раз. Праздник учредили в 2018 году, и ежегодно он собирает как профессионалов, так и любителей этого контактного вида спорта. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».